Этот лес за микрорайоном «Космос» у староскольцев излюбленное место для прогулок. Жаль, только мусор за собой убирать любят не все. Но мир Белогорья подаст вам пример. На субботник в Старом Осколе вышло более 6 тысяч человек. Участвовали в уборке округа и организации, и просто инициативные жители. Порядка 28 предприятий, 48 организаций уже произвели субботники, вывезли мусор на полигон «Флагман». В один день со Староскольским горпунктом Мира Белогорья на субботник вышли еще 4 организации. Нам достался лес с краснокнижными растениями. Видеть мусор здесь особенно обидно. В основном это бутылки, окурки и фантики. Но чем глубже в лес, тем интереснее находки. Самое необычное – это было 2 кинескопа от телевизора мы нашли, бампер от машины, еще какая-то запчасть от машины. Поэтому тут очень меня удивило то, что люди выбрасывают такие просто крупные вещи. Со всего городского округа собрали около 1500 кубов мусора. Для его вывоза выделили 61 единицу техники. Сортировать все это будут уже в компании «Флагман». Друзья, ну, мусорные мешки с собой все-таки можно брать. Закинули в машину, убрали за собой мусор, и все хорошо. И с учетом того, что сегодня мы убираемся вдоль трассы, вдоль дороги, все-таки, наверное, большая часть мусора летит именно с машин, выкидывается из окон. Друзья, не надо так. Теперь лес стал чище. Но как долго он будет таким оставаться, зависит от каждого, кто приходит сюда погулять. Надежда Дрозды, Евгений Игнатов. Такой день на Мире Белогорья.